Сделки, связанные с недвижимостью, требуют особого внимания. Те, кто когда-либо покупал или продавал жилье, могут вспомнить это нервозное состояние. Даже самые спокойные из нас в кабинете нотариуса порой превращаются в параноиков. Если при покупке вторичного жилья все более или менее понятно, то когда речь идет о новых домах или строящейся недвижимости, здесь есть, конечно, свои нюансы. Во-первых, нужно понимать, что квартиры по заниженным ценам и долевое строительство – это всегда риск. Максимально обезопасить себя можно, потребовав у застройщика подтверждение права собственности на земельный участок. Второй документ – это акт ввода здания в эксплуатацию. Пока его нет, у застройщика нет и права собственности на дом. У каждой квартиры, даже если дом только что построили, должен быть свой кадастровый номер. Но и самое простое и важное – любой нотариус может предоставить справку о собственнике недвижимости. Если это застройщик, то все в порядке, он может эту квартиру продавать.